На продажу в Германии была выставлена очередная партия советских грузовиков. Любопытно, что каждая машина, несмотря на свой возраст, сохранилась очень даже неплохо. В восточной части Германии, в городе Герлиц, появилась в свободной продаже несколько грузовиков ЗИЛ и один газон. Вся техника стоит прямо под открытым небом. Начнем сегодня с бортового ЗИЛа-130. В представлении данный грузовой автомобиль не нуждается. Это легендарный автомобиль производства завода имени Лихачева. Нужно отметить превосходное состояние всех узлов и агрегатов. У машины очень маленький пробег. На одометре всего 352 километра. С виду ЗИЛ-130 выглядит полностью комплектным. И даже сохранились заводские наклейки и пломбы. ЗИЛ-130 имеет за собой богатую историю. Ведь его производство осуществлялось практически 50 лет, с 1962 по 2010 год. А с 90-х годов эти машины собирали в Новоуральске под названием «Амур». ЗИЛ-130 активно использовался в гражданской сфере, в сельском хозяйстве и, конечно же, в армии. Следующий выставленный на продажу грузовой автомобиль – это ГАЗ-63. В армейской модификации «Кунг». ГАЗ-63 – советский среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости с колесной формулой 4х4 с грузоподъемностью 2 тонны. Его состояние не менее превосходное, за исключением отсутствия лобового стекла. Ну и самым любопытным и уникальным сегодня стал ЗИЛ-164 – советский среднетоннажный грузовой автомобиль производства завода имени Лихачева. Последний грузовой автомобиль владелец оценил в 12,5 тысяч евро. Это более 1 миллиона рублей. Обязательно поделитесь своим мнением прямо под этим видео. Уверен, многим из вас есть что вспомнить теплого о каждой из этих машин. А на этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!